игра была быстрая, динамичная. Было много моментов, где это не получилось реализовать. Завтра постараемся исправить свои ошибки. Я не знаю, наверное, даже моментов были, не могли реализовать. И как-то тяжело без голов играть эмоционально где-то. Все большое, но... хорошая игра, молодая команда у них, бегут, покаются, но посмотрели на свою игру, нам нужно очки набирать, чтобы играть в плей-офф, так что идем дальше, победа с победой. Будет тяжело, да, но опять же, да, нам надо просто набирать очки, на каждую игру выходить, да, и просто играть, как будто, не знаю, это последняя игра в нашей жизни. А очень классно играть в Твертау, спасибо болельщикам, поддерживать нас, так что будем надеяться, что вы нам поможете. Ну, самое главное, что у нас все получится, и мы выйдем в плей-офф.